Сейчас потестируем батарейки, приехали из Китая. Коробочка вот так вот выглядит. Сейчас посмотрим. Вот такая батарейка. Заряд видно, нет, даже заряженная нет. Батарейка имеет вход и выход, то есть это зарядка. Отсюда как powerbank по USB можно подключать. Да, вот стандартный USB. И сама по себе батарейка, это идет по интересному стандарту. В общем, мне как-то подарили вот такой вот осветитель. Чтобы он работал, нужно либо аккумуляторы, либо от сети. От сети я уже работал с ним. Захотелось пробовать полевые условия. К сожалению, неудобно вот одной рукой все это делать. Вот такая светодиодная панелька. Вот задняя часть. Название, кстати, фирмы этой китайской. Вот смотрите. Встает разъем. Сейчас там. Вот, четко встала, включается вот этой кнопочкой. Оп, у меня уже сразу на максимуме стоит. Сейчас проверим, переключу ручку. Короче, сделал максималочку, на ручку насадил, как она должно быть. Ну что, включаем, идем на улицу. У нас сейчас сумерки. Интересно. Освещаем. С новым гаджетом. С новым гаджетом. Машах Чунга. Гнездо с дрона снял, потом покажу. Звуки природы. Ну что, подсветим наружку.
Кто меня давно не видел, летняя стрижка, как-то так.